Иха! Я рад приветствовать ковбоев и ковбоич на канале Демако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием SteamWorld Heist. У-ху! Погнали! Давай! Так, на чем мы тут остановились? Я что-то давно уже в эту игру не заходил. Надо посмотреться, осмотреться. Ага, магаз, вот те раз. Смотрите, как интересно, мы какой-то... А, я в бар прилетел. Мне, кстати, сказали, что я профукал бесплатного персонажа. Давайте-ка мы в него слетаем, наверное. К этому персонажу, точнее всего, в него прям влетим со всей дури. Где он там у нас? А, вот тут вот, да? Не, вот тут вот. Ой, да опять пьяный ты, что ли? Ай, ё-моё! Веди нормально. Там был бесплатный у нас вот эта тёточка, она, оказывается, бесплатная, её надо было просто с собой забрать. Привет, гоблины, или как там я их назвал? Тролли, точно тролли. Капитан, ты что попали? Так, да, это мы с тобой уже говорили же вроде, да? Она вроде даже не предлагала себя вроде как взять. Возьмите меня, пожалуйста. Силою. Прям на этом полу. А, вот, пожалуйста. А! Она, короче, через, ну, при помощи репутации можно было нанять. Давайте посмотрим, что она умеет. Ну, смотрите, она у нее прилично всего понаоткрыта. Она такая прям все пятого уже уровня, а все такая пятого, она говорит. Снайперское оружие, пистолет, ну, то же самое, что у нашего капитана. Дора, удар с тыла. Тыловая женщина, любит тылы, как говорится, пощупать. Так, давайте посмотрим, что она умеет. Так, ускорение, да? Дора получает на один ход повышенную скорость передвижения и высоту прыжков. Короче, она такая прям бегун-прыгун. Показывает на карте всю добычу. Ну, это так-то полезненько. Добавляет дополнительные действия выстрелу, оглушающую врага на один ход. Но не наносящий урона. А, ну, как бы, знаете, какой-нибудь жирняка выхлестнуть. В принципе, тоже неплохо. Или какого-нибудь, знаете, кого вы знаете, что точно не добьете. Да, конечно, берем что-то на халяву же. Чудесно, я буду следовать за вами за зовом науки. Я хотел, думал, что за мной она будет следовать, за зовом. У вас руки нет, кстати. А, ну она специально так, у него нет руки, чтобы она могла подальше, повыше прыгать. Шмяк дала, полетела, залетела. Очень хорошо. Ну вот, теперь можно лететь и в бар, да? Погнали в барчик. Да пойдем уже там потом намочим кого-нибудь. А то они расслабились тут все эти роялисты. Мы давно уже никого не убивали. Они уже тут слухи пошли, что мы уже все отошли от дела. Надо срочно наказывать. У-у-у. 2400. Ботинки. Так себе. Пистолет. Но пистолет, по-моему, уже видели, да? Какая музычка тут играет, милая. Мне кажется... Надо просто с кем-то сейчас встретиться и обниматься. О, смотрите, еще один товарищ. Товарищ, ты тоже денег хочешь? Ну, вроде нет. О-о-о-о-о. Интересно, это посредине это девушка или мужчина? Странные особи. Ну, давайте. Месье Хитро. Эй, ты, похоже, робот тертый. Да не то дело, уже калач натертый. Мой калач уже натерт. Так что приступай. Не хочешь вступать в мой секретный и крутой клуб? А, вас будут тайные рукопожатия и красивые значки. Нет, ну тогда все, мы тогда пас, полетели отсюда. Но зато мы можем драться с другими крутыми ботами и выигрывать призы. О-о-о-о! Так, давай поподробнее. Запланировал новый бой, приходи на арену в любое время. О, мужик, слышишь, ты прям вообще нас заинтересовал. Он прям сейчас меня заинтересовал. Смотри-ка, здесь другой мужик. Вот этот, наверное, мистер Усов. А тот спер, наверное, его имя, да? Спер его имя. Таберботом. Это, кстати, знаете, тоже такое... Вот он реально выглядит на Таберботома. Такой, типа, англичанин. Здравствуйте, добро пожаловать в мое восхитительное заведение, королеве слава! Я Обстрдавербопн. Вы, видать, все называете себя, что у вас на лице, то и тем и называйте. Чем могу помочь вам в столь славный день?
Мне интересно. А известно? А известно ли вам, что один из личных гвардейцев королевы прибывает с визитом в нашу тюрьму строгого режима? Ты перебивать женщин некрасиво, дебила ты кусок усатый. Это такая честь. Очевидно, там держат какого-то особого преступника. Как чудесно для вас. Да, чудесно. А подумаем устраивать ему парад. Вам тоже следовало бы сходить. Это точно. Мы точно там будем. И прострелим ему голову. Ну, точнее, охраннику прострелим. Чувака спасем. И узнаем там всю силу его мощной армии. Там. Хотя никакие мощные, это не планетяне. Их поймали легко и просто. Просто за жопу схватили они. И ничего сделать не смогли. Я уверен. Давайте поговорим с этим чуваком, что он нам скажет. Космический ныряльщик. Ну-ну. Ну. Ха-ха. Буль! Нам надо собрать отряд отважных ботов. Опытный космический ныряльщик будет очень кстати. Буль-буль! Тут вообще кадры, вот это нормальный бар, мне нравится. Буль-буль! Вообще, давайте его возьмем. Смотрите, как он выглядит. Бичес! Он так, значит, с рукой прям так продолжит и скажет. Бичес! Либо буль-буль! Он так вот скажет. Так, стоимость бесплатно. Давайте наймем его обязательно. Давайте посмотрим, что способности. Он по-любому может буль-булькать. Смотрите, он может пистолет стрелять. Бегун. Лифрага Билли может передвигаться. О-о-о! Билли, ё-моё! Это крутой чел. Урон в ближнем бою. Он ближний. Любит драться, знаете. Настоящий моряк просто. Наш моряк просто, знаете, такой уже бывалый. Он бывший капитан, наверное. И знаете, капитаны не очень любят драться. А вот обычные моряки обожают это делать. Примут рому, мордобой. Шикарно вообще. Двойной удар. Добавляет действие. Это Ван Дамм, что ли? Две атаки отличного ближнего боя подряд. Оуе, детка. Два здоровья. Он, короче, потолстее будет, чем обычно. И вампир. Вампир, ё-моё. Может, его нельзя к себе пускать? Или надо обвешаться этими металлическими кольями и искусственным чесноком? Пластиковым. Восстанавливает одну единицу здоровья, когда Билли выполняет атаку в ближнем бою. Ну, в принципе, хорош. Давайте брать. Буль. Иди ко нам, дорогой Билли. Это не про тебя ли песня про жадного Билли? Дети Билли не любили. Из-за жадности ни разу не влюблялся, не страдал. Что-то там пробили. Аппетиты крокодили. И чтобы били и не побили, просто не было ни дня. Если королевский гвардеец в этой тюрьме, надо туда наведаться. Вот так вот. Думал, что передвигаться. Ну, раз наведаться, так наведаться. Ну, мы же туда и планировали. Тут больше-то ехать-то особо некуда. А не, смотрите, сюда еще можно. Тут дать в щи. Мы вот сюда поедем. Мы, знаете, такие, мы путешественники, нам типа как бы наплевать. Мы такие, знаете, против системы, но нам наплевать отчасти. Так, тут я помню, шляпа крутая. Это я хорошо помню. Так, ну в принципе, что нам? Осталось идти Мочилова устраивать. Я не буду брать новеньких, мы пойдем старым составом. А можно сходить, посмотреть, да, что? Ну, в принципе, не, наверное, я не буду. Мне интересно, знаете, вот посмотреть, какой максимальный уровень прокачки этих персонажей. Сколько надо прокачаться. Когда мы прокачаем хотя бы двух нормальных, у нас будут двое, хотя бы там, например, Салли и Капите будут прокачаны на максимум, то тогда можно будет брать кого-нибудь новенького одного и таскать его за собой, качать его тоже. Ну, то есть тогда можно будет посмотреть, а так-то смысл ходить-то? Мы сейчас раскидаем вот это все. Свой потенциал разбросаемся в разные стороны и в итоге останемся ни с чем. Нет, нам это не нужно. Так, давайте, короче, возьмем кого-нибудь. Возьмем, конечно же, мы тогда Салли. Салли, моя девочка. Но мне она очень всех, больше всех нравится. Тем более у нее есть крутая шляпа теперь. Вот это вот, где она. Во. Это прям Салли для Салли. Смотрите, у нас две гранаты. Мы тут разносить будем. Вот этот автомат мне что-то, ну, так себе. Честно скажу, так себе. Прям вообще так себе. Вот это надо продать. Откуда мне оружие-то столько? Я вот что-то вроде этого автомата не помню. Я находил его, нет? 6, 4, стрельба очередями, 5. Что-то я вот не помню. По-моему, мой лучше, да? Капитан, что стоит? С оптическим прицелом, все правильно.
Этот вроде старый какой-то, да, автомат? У нас он уже был. Давайте его продадим. Так, что еще можно продать здесь? Вот этот гранатомет мне тоже так себе не очень сильно понравился. Вот это я продам, наверное. Хотя... Нет, оставим. Она забрасывает куда-то. Это очень хорошо. Дробовик. Дробашек. На 9 вообще. На 9, ё-моё. Это прям вообще победа. 8. Япона. Раз япона. В принципе, это то же самое. Получается урон, да? Тоже 10. Только тут. 8. Гасит. Блин, для Сали это, короче, в тему вообще. Я понял. Фишка просто какая. То, что там она стреляет, получается, под две очереди дает. По 3 там урона что-то. Ну, такая фигня. А тут она сразу будет 8 мочить. Когда будет дополнительный выстрел у нее, она сможет опять же нанести на 8. А там она сможет нанести всего лишь на 3. Это фигня, короче. Я не считаю это клевым. И базуку нам дали еще. Я помню точно. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Тяну время. Да-да-да-да-да. Погнали. Так, мы что взяли-то? Что это такое? Сортировать мы сделали. Все понял, короче. Так я же выбрал, вроде как. Вот это выбрал, да, запуск. Погнали. Я что-то тут подзатянул уже, ребят. Давно просто не играл, охота, знаете как. Войти в роль. Немножко раскрепостить. Ой, красотка. Ну, красоточка же, ё-моё. Когда я себе куплю шляпу клевую в виде этого наполеоновской башки, так будем вообще вместе отлично ходить. Добро пожаловать на борцовский клуб. А, это вот. И сегодня с нами третья группа крутых... Отлично, отлично. Чтобы начать борьбу, откройте дверь слева. Победите драчунов. Надеюсь, это драчуны от слова драться, а не от слова... Ну, вы поняли, да? Опять вонючие стимботы. Ничего, мы с ними разберемся и сломаем ходячий... сломом ходячим тоже. Так, короче, козлячий... Ооо! А вот это, типа, ходячий лом, да? Вот, типа, они на них. Тебе просто раньше везло. В этот раз мы возьмем главный приз. Короче, вот эти типы самые опасные. Смотрите, козлячие. Начнем бой. Вот это, кстати, правильно. Так, ну что, капите? Я вот, знаете, что думаю? Надо разносить вот этих вот хмырей. Почему? Так, почему я думаю насчет этих хмырей? Потому что те хмыри будут идти к нам. В это время мы этих хмырей будем разносить, короче. У нас будет все ништяки. Как стрелять, сейчас даже надо подумать. Надо подумать. Так, капите уже сходила. Капите уже сходила. Мне надо, знаете, как-то так заставить, чтобы этот хмырь под... Давайте, короче, ладно, Сали, пойдем сюда. Вот, Сали, дорогуша, это моя ненаглядная! Идем сюда! Будешь стрелять. Будем стрелять вон в того типа. Блин, черт, жаль. Не хотел я верхнюю бочку разрывать. Думал, что чувак подойдет. Да, меня тут конкретно обманули. Придется как-то действовать по-хитрому. Я даже пока не знаю как. Потому что, видите, я зашел, и мне уже сразу в бой. Разве это честно? Был момент. Все равно не добил. О, добили. Отлично. Еще давай стреляй. Хорошо, что они ходят первыми. Ах ты собака! Хотел в Сали попасть, тварь. Паскуда, и попадет же. А нет, смотрите, косые. Да не косые эти имперцы. Это пипец просто. Они такие кривые. Вот правильно. В него. Это сейчас к нам, да, захочет пойти по-любому. Так, давайте, короче, мы будем действовать по-хитрому. Да, нам надо по-хитрому уже действовать. По-хитрому. Нам надо как-то прятаться. Так, нам надо как-то так сделать, чтобы убить типа, возможно, снизу. Возможно, не снизу. Так, их шестеро, в принципе, это все фигня. Нам надо уходить. Нам бы вот этого жирняка, конечно, пронести. Вот это было бы вообще нормально. Давайте посмотрим, что Сали куда может пойти. Сали может пойти сюда. Сали может пойти отсюда.
Давайте встанем вот здесь, чтобы прикрыться от этих говнюков. Вот от этих вот. 8 я не смогу пробить, наверное. Ну, а попробуем. Будем в него стрелять, а что делать остается? 8 у меня, в принципе, на уроне. Разнесли. -1. И в нижнего еще шмальнем, которого там 11 хпшечки. Немножечко продамажим. Сходим сюда. Капите. Мне бы вон в того бы попасть, в моря. Хмаренок сидит там. Ага, могу попасть. Минус. Слабаки вы конченые. Смотри, вот тварь, а вот именно в меня, да? Сейчас же этот как даст? О, отлично, отлично, он ломает эти препятствия. Так, мы уходим отсюда. А я могу уйти? Да, могу уйти. Могу уйти сюда. Капитаном пошел, блин. Надо было с Али идти. Ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, не паниковать. Хотел-то с Али ведь уйти, а? О, блин, ну я красавчик, я просто тупо... Я... Да, молодец. Ха-ха-ха, просто в стенку долбанул. Ну ничего страшного, в этом нет ничего страшного. Мы справимся, не переживайте. Надо вот этого, короче, вот этого чувачка-то надо наказать. Во-во-во. Практически убили, кстати. Ага, его разобрали. Сейчас тот стрельнет в него по-любому, потому что он никого другого больше не достает. Отлично, остался один чувак. Ну все, это легко и просто. Изи-пизи, лимон-сквизи. Капите. До свидания, чувак. У нас победитель. Идите в хранилище и возьмите свою награду. Отлично. Погнали, ребята, возьмем свою награду. Только тут еще награды много всякой валяется, я видел. Давайте мы туда потопали. Ну, Салли, какая мадам-то у нас, вы посмотрите, она просто мадмазель. Красоточка, мне нравится. Так, давайте сюда заберем. Вроде больше здесь нигде ничего. Нигде ничего, ну, идем тогда сюда. Капитешечка. Надеюсь, там не западло, знаете, типа, возьми свою награду, а там еще враги. Не, нормально все. Все по чесноку. Эвакуируйтесь. Мы неплохо справились. Сали один раз попали, один раз мы промазали там так жестко, ну это как бы не очень-то правильно, я поступил, стрелял в Сали и попал, получается, в заградительную вот эту вот площадку, вот эту заградительную. Но было круто же здесь, согласитесь, это было круто. Прикольная придумка бойцовским клубом, и не знаю, что нам дальше это даст, может быть, он будет еще какие-то бойцовские клубы нам открывать, или сюда же надо будет летать, открываться здесь. Давайте соберем быстрее воду. О, что это такое? О, за 3400 можно продать. Так, это понятно. Обитатель земли несет своего дальнейшего в безопасности, безопасное место. Детеныша. Ага, понял, все, это бейсболист же с этим, басит, американский футболист, да? Обитатель земли несет своего детеныша в безопасное место. Распознать его можно по традиционным наколенникам. Можно выгодно продать. Окей. Обычная продажа, ничего такого особенного. За 3400 можем продать. Давайте вот это возьмем штуку. О,
То же самое, только за 3600. Ну, офигеть, кидалово, короче. Но хотя, в принципе, нет, наверное. Он и предполагал то, что мы за деньги, наверное, это все сделаем. В принципе, круто. Без оружия, но зато с деньгами мы хорошо справились. Давайте мы слетаем, наверное, в шляпный магазин и купим шляпу. Я понимаю, что это странно звучит, что я ищу шляпы, но мне нравится вообще. Хотя, покупать оружие, ну, тут и так, в принципе, дают. У нас пока все есть. Так, давайте посмотрим, что за новая способность. Боевой клещ. Добавляет дополнительные действия. Сали и находящиеся рядом союзники в течение одного хода наносят 2 дополнительных единицы урона. Это круто. Вы знаете, это круто. Я, кстати, и пассивкой вот этой вот, не пассивкой, а активкой ее не пользуюсь. Которая там что-то там собачий лайк, что я не знаю. Короче, она типа звереет и стреляет всех там. Ну, мне писали просто про это, мол, что-то не пользуешься, да? Я просто не вижу, например, возможности попользоваться, потому что, как она уже убивает, можно просто беспорядочно убивать. Выстрел убила, да, если она добивает цель, то она опять может стрелять. И так до бесконечности. Но вокруг меня всегда нет столько целей, чтобы я мог как минимум, там, например, 3-4 выстрела сделать и убить. Чаще всего 2 цели рядом, и я их убиваю и так. Пока вроде не было необходимости. Ну да ладно, давайте, короче, полетели в шляпный магазин. Купим себе шляпку обалденную, просто давно хотел. Чтобы, знаете, у меня конкретно нас перекрыло. Ну, то есть, вы сами понимаете, да? Наполеоновская шляпа говорит о многом. Так. А, репутации нужна. А, черт! 28. Еще 5 нам надо репутации. Да 23 вроде, да, у нас. Нам не хватает. Что ж ты мне сразу не сказал? Да давайте предметы продадим. Продадим предметы, которые мы там нашли. Это вот эти вот статуи, у которых нету чего-то там. Продать. Да. Продать. Да. Вроде все остальное нам все надо. Да, больше мы же ничего не получали. Ничего. Погнали. Отсюда 9000 у нас денег. Я не знаю, покупать там вроде... А, ну да, ячейки были. В магазине, в этом, в баре можно было купить ячейки. Погнали в бар. Купим там ячеек. И поедем дальше на следующую миссию. Так. Да? Да? А ботинок это, кстати, что? Модернизация 2. Он всего 600 стоит. Так, конечно, надо брать. Вы что? Второго уровня модернизация. Это, получается, у нас на 2 ход будет, да? Как будто хим какой-то, знаете, здесь тусит и пойдет, напевает. Вот с этим чуваком давайте пойдем поговорим. С организатором боев. Заходи, типа, еще раз в него, наверное, да, он имел в виду? Заходи в любое время. Ну, блин, мы были тут уже, мы там уже все собрали. Может, туда можно ходить беспорядочное количество раз, но хотя, думаю, вряд ли. Просто так, наверное, там можно будет воду набить. Но вот, а главный приз мы не получим. Ну, наверное, я так... Ладно, погнали. Сколько тут человек требуется? 3. Не знаю даже. Ну, давайте. Набор снаряжения. Давайте посмотрим. Ну да, все нормально. Пати у нас собрана. Что у нас тут есть? Новенькое. Ботинок. Ботинок на ком был? На Сале. Давайте его сюда же и применим. У этого была... Так, броня же была, да? Что ему тогда можно поставить? Я тогда брал у него пистолет, насколько я помню. Ну, возьмем вот это. Ранец, ранец это хорошо. Запуск, погнали. Хотя, может быть, лучше бы на Иванском поставить ботинки, я вот сейчас думаю. Потому что он так-то медленно ходит. Сали, она у него врожденная ходьба такая, далекая. Уничтожьте генераторы. 5. У нас 5. Сколько там? Дней ходов, да? 5 ходов у нас доступно. Это опять то же самое мясо, которое было, я помню. Давайте пойдем тогда, наверное, налево. Налево пойдем. Пойдем сюда, потихоньку сейчас будем здесь застраиваться. Иванский. Барабанский. Нет, нет, ну куда ж ты, дорогой? Да не туда тебе надо идти. Чё ж тебе туда постоянно засовываешь? Вот сюда нам надо все вместе держаться. Ты ж понимаешь.
Давай, Саля, теперь ты пойдешь и откроешь. О, ребятки. Ага, не прострелю. Ждем. Куда побежал? Ты что начинаешь? Свистун, ё-моё. Так. Свистун, а ты посмотри. Вот так ирод. Так, Салли пойдет у нас сюда, к свистуну. Зайдем сюда. Дадим очереди. Ну давайте мы, наверное, сейчас используем как раз вот эту вот штуку. И начнем гасить. Минус один. А, он за барьером. Вот тварь, я что-то, короче... Он же тут сидел, он же... Никто же не может сесть на барьер, разве может? Вот это кидалово было сейчас конкретно. Ладно. Иванский, иди. Придется копиты его убивать. Я думал, что на барьере вообще сидеть нельзя, как бы, да? Думал, что это такое место, на котором находиться-то нельзя так просто. Так, 15 хп у этого козла. Ладно. Давайте Иванским решить проблему. Блин, вот это в натуре западло. Я что-то невнимательным был. Видать. Почти добили. Да, упырь-то ты еще тот, оказывается, это чувачок. Я могу как-то так в тебя стрельнуть, чтобы попасть и в того типа тоже. Это было бы здорово. Но вроде как бы нет. Тогда просто бывает. Опять свистеть будешь, свистун. Это ж больно. Ты никогда не думал, что это больно? Так, давайте-ка мы поднимемся, наверное, наверх. Надо же прострелить этому, да, жопу вот этому. Я смогу? Блин, я даже не знаю. Салечки, ты куда сможешь добраться? Ну, Салеч пойдет, наверное, мочить вот этого типа. Минус. Плюс шапка. Да. Так, Иванский. Иванский, дружище, ты идешь у нас сюда. Хопа, прыжок. И мы стреляем. Попал в Сали. Пипец. Вот это вообще жесть. У Сали совсем мало хп. Капите вообще никуда здесь не дойдет. Капите у нас что-то совсем мало ходит. Ну давайте хоть сюда, что ли. Заодно Сали прикроем. Попробуем его наказать, этого типа. Почти убили. Я тебя посвящу сейчас. Ты знаешь, что говорят, не свисти, денег не будет. Чем у кого-то зубов не будет. За свист за этот. Так, нам надо... Так, Иванским я боюсь стрелять опять. Точно так же, как я стрелял в прошлый раз. Я сейчас там наделаю делов. В принципе, Иванский может их долбануть. Давай, Иванский, дружище, топай сюда. Прикроем заодно Сали. Я пока Сали уйду на всякий случай отсюда. Мне что-то не хочется там стоять. Пойдем заберем награду. Капите добьет того упыря, свистуна этого, плюсуна. А Иванский тем временем вжарит вот в этих типов. И капитан даже задели, настолько мощный был выстрел.
Так и Иванского тоже задело. Офигеть. Ну давай, капитан. Настало твое время. Отлично. Разобрали. Так, ну что, давайте хилиться, ё-моё, а что делать-то остается? Хилить только. Куда пойдем, Иванский, иди сюда. Он у нас теперь может вообще хорошо прыгать. Мы там все же, да, взяли. А, вот смотрите, шапка есть. Так, Иванский. Откладывается дело. Иди, забирай шапку. Все, идем обратно. О, смотрите, куда я могу заблезть. Ну, тут вроде брать-то нечего. Было бы что брать, я бы туда, там бы остался. Запрыгиваем. Не знаю, зачем я туда пошел. Давайте в капите у нас по-быстрому сейчас захилимся. А Салли пойдет к двери. Открывать ее пока... А, не, можно открывать, в принципе. Так, генератор один. Разничтожили. Опаньки, генераторы, похоже, подключены к сигнализации. Их надо уничтожить, при этом сработает сигнализация. Ага. Так и думал. Так, Капитешич. Давайте, наверное, Салич. Он нас заберет вот этот мяч, мешочек. И вот этот. Иваныч. Дружище, ждем своих внизу. Потихоньку продвигаемся вперед. Смотрите, сколько здесь много оружия, здесь столько ракет на заднем плане. Офигеть можно, да? Хороший такой ангарчик. Так, ждем. Враг, что ли, ходил, да, сейчас получается? Все-таки кто-то ходил. Сколько тут еще корабля того? У-ху! Еще столько же. Так, ну это хорошо, с одной стороны, а с другой стороны не очень. Получим, наверное, там. Больно-больно. Давайте идем сюда. Видите, как Салли у нас далеко ходит. Еще умница. Так, Иванский, открывай дверь. Иванский Дрыбаганский. Офигеть тут народу. Чего все столпились? Тут под защитой. Вот там еще какой-то хмырь стоит с плюпотем, с вот этой вот штукой, которая придет синей жидкостью. Так, я предлагаю... Нам надо куда-то отступить, наверное, ребята. Потому что враги там очень хорошую позицию заняли, а нам это совершенно не к руке. Не с руки, точнее. Фу. Ядрит, раскудрит. Но вот этого я смогу убить. Ладно, хорошо. Но вот эти-то типы, они меня просто заборят. А вот здесь второй генератор получается. А типа 15, и у них еще винтовки. Винтовки, у того автомат. Или что-то такое, типа похожее на автомат, по крайней мере. Хотя мы можем включить способность Иванского, да? Салли, ты сможешь куда-то дойти? Не, Салли уже сходила, да? Салли никуда дойти не сможет. Так, я вот думаю. И капитет у нас тоже не слишком далеко такой. Ну, давайте сюда, ладно, капитет. Долго думать не будем. Давайте постараемся кого-нибудь убить. Хотя бы хоть кого-нибудь. Ну, хоть кого-нибудь. А? Вот эту бочку взрывать смысла нет. Там далеко враги. Только бочку потратим. Давайте попробуем все-таки вот этого типа снять. Хотя у нас, наверное, вряд ли получится. Максимум шапку мы с него снесем. Но... Да. Давай, Иванский, короче. Ты у нас дружище силен. Встаем вот тут. Включаем пресс. Пошла жара. Опа! Еще враги. Один с автоматом, с таким конченным. Который, типа, броня. О-о! Ты как раз хорошо прям встал.
козлы, а занимают хорошие позиции. Так, давайте подумаем. Ну, у нас есть вот такая штука. В принципе, мы можем тут разнести им все. Вот опять дернуло в нужный момент. Так. Думаю, снять вот этого типа. Можно, конечно, было бахнуть бы вот так. И убить двоих. Наверное, это был бы один из лучших вариантов. Нам, естественно же, не засчитывают. Как нормальную, типа, атаку, да? Блин, так вот стрелять опасно. Черт, там наши стоят. Давайте попробуем. Жарить напрямую. Может, сможем убить? У-ху! Конечно, мы там надамажили кого-то. Даже одного убили, смотрите-ка. Нам свезло так, как одного убили даже. Это забавно. Ты куда лезешь-то? Псих. Ух ты, тварь! Ага, ага. Тихо! Так, как ты тварь, тварь, тварь. Тварь, 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 тварь. Там тоже шляпо, смотрите, лежит. Так, нам надо отсюда уходить. Только куда? Вот, надо думать. Капитешич. Так, Иванский. Иванский может пойти вот сюда, кстати. Причем даже очень неплохо. Давайте-ка сюда дойдем. Попробуем отсюда дать жару вон туда. Мы как раз туда стрельнем, там отлетит. Вот так все разнесет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Только как-то этого типа убило, я вообще не понял. Я все пропустил, извините. Как-то убило его, и капитана накосячило, причем очень сильно. Так, давайте посмотрим, так, дальше, еще что мы можем сделать. Надо куда-то вставать с Салли, чтобы можно было... Ну, можно наверх, кстати, разместить с Салли. Вот тут вот, да, за эту бочку. Оттуда будет попасть удобней, в того типа снизу, я так думаю. Попаду. Вот так вроде. Отлично, убили. Но в того-то я точно не попаду. Ну, максимум только рикошетом. Нет. Капитешич. Я даже не знаю, куда капитета. Он тут нигде никак ходить не может. Ладно, давайте погнали вот сюда, наверное, туда капите. Пускай она тут встанет. И закроется. Угу, угу. Опасные у него бомбы, блин, вот он ядрицкий раскудрицкий, а вот опасные. Давайте собирать потихоньку пожитки местные. Что у нас тут? Да вроде как бы нам, наверное, лучше позицию занять, потому что у нас Салли, наверное, пойдет, там все разнесет. Ну, сходит туда. Вот, по-моему, оттуда, кстати, пришли уже, да, из этого, из отсека, где был... Где стоит генератор. Оттуда как раз только что человек один пришел. И теперь там больше, наверное, никого не будет. Ага, пошла охрана. Сейчас включатся турели. Ой, блин, ядрит. Кудрит, тудит, растудит. Так, капитан может ходить, капитан может ходить. Капитан, это хорошо. Давайте начали с Салли, зайдем. Возможно.
Но это только мое предположение. Мы могли предотвратить этот момент. А может быть и нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сам себя взорвал. Вот это надо же. Че, приперлись? Еще один с пулеметом с каким-то, его посмотрите. Зато теперь отсеки открыты. Давайте по-быстренькому, надо оружие сносить. Попадет, интересно, оттуда в меня? Нет? Неизвестно. Капите. Дорогой ты мой ненаглядный. Тоже ли отлично. Панский, не собирай. По-моему, каска у нас такая есть. Да вроде нет. Собираем, значит. Роялист ходит. Баянист. Так, Салли. Мне главное сейчас Салли аккуратненько выйти. Давай, моя дорогая, иди сюда. И мочи вон ту штуку. Ага. Так, вроде здесь пожитки все мы собрали. Интересно, пожитки-то вообще видно на карте? Я ничего не вижу. Вижу врагов, кстати, врагов видно. Это удобно. Пожитков не вижу. Так, ладно, давайте уходим. Нам надо вот этого роялиста прикончить. А то шибко он больно умный. Сидит там, понимаешь, за своим роялем. Делает вид, что он соображает, тут все понимает. Так, там, смотрите, вроде как бы турели-то активировались, но они еще пока не готовы к атаке. Это сюда. Капите. Нам уже терять нечего. Значит, сюда. Еще один идет. Двое идут. Так, надо срочно мочить. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Стоять. Стоять, стоять, бояться. Отлично. Вы просто молодцы. Вы просто молодцы, ребята. Я всегда вам об этом говорил. У меня 4 хп, может, не стоит, конечно, вылазить. Ну давайте вылезем все-таки. Салли. Ну то, что со спины заходит, это фигня. Мы, короче, сейчас вниз-то спустимся, по-быстрому заберем. Я думаю, там где-то будет выход. Тормози. Капитан. Капитан. Ага. Так, кто там еще? Интересно, если я с руки ударю. Я... Будет считаться, что я уничтожил? Нет? Ничего, вопрос. Но она будет. Наверное, будет. Я даже прям не знаю, стоит убивать его, не стоит. Или бежать просто. У нас у всех хп мало, я боюсь просто за свою жизнь. За жизнь своих персонажей. Но давайте рискнем. У нас еще есть Иваныч, может быть, Иваныч потом добьет. Я, правда, не уверен, что это получится. Ну да ладно. Удар Салли! Вот так вот. Смотрите, я его... И не засчитал, а прикиньте. И не засчитал за убийство. Это пипец, конечно. Вот это рвань. Вот это рвань. А еще рвань в том, что если я не дай бог. Вот сейчас вот 100% мы можем слить. Просто слить всеми персонажами. Останется только один капитан.
Потому что вот эта взрывная хрень, и если я сейчас не убью эту вот херобору, вот эту вот непонятную, если я сейчас даже не смогу, если я в тебя еще ракетой попаду, это все, это стопроцентная смерть. Салли точно отлетит, этот еще может выживет, а Салли точно отлетит. Пипец, спасибо. Просто спасибо. Это было так тупо. Я просто понадеялся реально на то, что если я ударю с руки, я убью, и мне засчитают, что я убил. И мне дадут еще раз стрелять ей. Это просто-то так тупо. Просто нет слов. Охереть. Да уходи ты, ё-моё. Пипец, знал бы, я просто бы ей ушел. Вот, честное слово, я бы даже бы не лез бы. Нахер они мне все сдались. Убивать этих двоих, это вообще было бы тупо. Зачем я, ну... Реально, я вот просто не знал. Буду знать, что с руки не считается. С руки это все, вот, мы купили это за 600. Хорошо, хоть немного мы денег потратили. Два металлолома, отлично просто. Опыта нихера не получили. Чмошный пистолет, как всегда. Ну да ладно. Да, одна звезда всего лишь. Короче, я походу эту миссию буду переигрывать. Не знаю, на запись, не на запись, пока не уверен. Но переигрывать буду, потому что, ну что это за тупость? Наверное, не на запись. Ну что, ребят, я думаю, стоит остановиться. Блин, очень печальный конец, как бы получился, да. Попробуем теперь найти тюрьму. Да, я сама понимаю. Звучит странновато. Ничего странноватого нет. Мы же вроде как бы за тюрьмой-то и летели. Это просто как бы да. Ставьте, комментируйте, делитесь, подписывайтесь. Не забывайте все это делать. С вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, друзья. Всем пока.